короче, находимся мы в старой школе. И тут попала нам вот такая карта. Европа 1870 по 1914 год. И тут есть такой интересный момент. Он написано «Российская империя». И дивимся, где идут границы. Лодзь. Люблин. Камень-Подольск. Кишинев. А он тут Одесса. Вот так. Про Украину даже речь не идет. Речь идет даже о кусочке Польши, оказывается, да?